На улице какой-то сайлент. Ты что-то против левого берега? Вышли с тренировки. Ебать, ты давай! Все в дыму. Хочешь прийти каким-нибудь летом покататься? Там у нас мужчина местный стоит. Там можно взять? Да, у него можно взять. А цена вообще прекрасная для своих. На улице какой-то сайлент. Мы пришли вот с Никитой. Тут все пляжная зона была. Сейчас все затоплено. И вон тут остров тоже. А как ты их покормишь? Вот так кино не увидят. Оно на дно пошло. Голодный. А как они теперь не достанут этот? Ну, высота. Смотри, как они плавают. Видишь? Гуляем по левому берегу опять. Ты что-то против левого берега? Я тоже. Потом на правом скажу. Вон он, мой университет. Но он уже не мой. Там что-то новое построили, не знаю, что это. Реально общага, кажется. Две. Вот одна, вот вторая. Тут бассейн. Ну, для тех, кто в теме. А вот моя общага. Вот она. Идем есть. У нас тут грузди, белые грибы, хлеб нам принесли, и еще по блюду мы заказали. Вау, тебе нравится? Вот это все из грибцы. А у меня котлетки куриные. Какой мяч? Вы за нами, да? Привет. Где там Настя? А чё это ты не выходишь? Это что такое? Так, проезжай, часть надо. Хотите принять участие в нашей лотерее? Пончик, во-первых, thank you.
А мы корзинку не взяли. Тележку? А где взять? Там? Контрольная закупка выполнена. Наконец-то я сняла видео из ленты. Покупки из ленты. Это зиро, тунец, сыр, рыба, курица, риет, зелень, авокадо, молоко, сливки, кокосовое молоко, такой хлеб разный, яйца и все. Так, пошли в спортзал на тренировку с тренером. Все, вышли с тренировки. Это ужас, конечно, какой-то. Думаю, что будет все очень сильно болеть. Сегодня у нас был день ног. Бузер, правду говорю. Следующая тренировка в среду. Ну-ка, иди сюда. Все, спортзал. Мы идем в суд. Можно я скажу, что ты у нас постоянно лучше подруга. Бля, блядь, если они 500, больше 3500 заплатили. Пельмен идем после заседания суда. Я потом постель, что там сказал. Это пресса в мою сторону, когда он, блядь, чего ты недовольная? Давайте, добро пожаловать, ты ничего личного. На кухне нам надо, да? Бар. Дай бар. Что ты заниматься? Ты руками бери. Я не в баре. Кажется, я просто умру от диабета или от сладкого. У меня давление сейчас поднимется, оно мега сладкое просто. Диана, что? Ой, наоборот, Тома уволит. И хотела купить машину. Ну вот, выбрала ее, что-то там забронировала, прокатилась. Потом познакомилась с нами и пропила за неделю все деньги. Ну не за неделю, за две. Прокатилась на машине? Нет, меня прокатывали там. Мне не дали, сказали, у вас стаж один день. Что? И что? Вопрос. Ты что-то сервис. Да. Ну. Ебать ты, давай, давай, ты уже выехал, блядь. Ну ебаный в рот. А что там случилось? Да идиоты нахуй.